Очень быстро развивается технология. Изменились сами взаимоотношения, формы расчета. И вот этим, к сожалению, пользуется преступный мир. Поэтому нам очень бы хотелось, чтобы вы, как будущие представители национальных или международных антиотмывочных систем, посмотрели на эту проблему. От ваших выступлений зависит очень многое. Свежий взгляд ребят, который мы сегодня увидим в рамках конференции, он позволит сформировать новые подходы к финансовой разведке и к решению новых экономических преступлений. Здесь обсуждаются ключевые вопросы, и мы прекрасно понимаем, что без науки практика, к сожалению, может стоять на месте. И для университета это одно из ключевых направлений деятельности по причине того, что и экономическая, и юридическая жизнь меняются, и мы готовы готовить специалистов, которые отвечают тем запросам общества по решению финансовых преступлений. На самом деле это отличный шанс для такого молодого поколения, как я, выступить на такой крупной площадке. Моя тема звучит как цифровое искусство в контексте виртуальных активов, особенности правового регулирования в России и за рубежом. Считаю, что тема достаточно актуальная. Я делаю все возможное, чтобы найти максимально удачный, успешный вариант решения вопросов, которые перед собой ставлю. И уверена, что сегодня мероприятие мне в этом поможет. Все экономики открыты. Все экономики открыты, и очень интересно посмотреть, как наши коллеги-партнеры даже в регионах Российской Федерации справляются с какими-то экономическими проблемами. Я здесь на международной стажировке приехала в университет Лобачевского по международному сотрудничеству. 2 года студенты могут обучаться у нас в университете, и на 2 года студенты уезжают сюда, в Российскую Федерацию, в университет Лобачевского. Разработка стартап-проектов, участие в бизнес-инвест-уикендах, то есть продвижение молодежной научной политики. This is my first. Это мой первый раз в Нижнем Новгороде. Я счастлив быть здесь. Я являюсь членом и участником международного движения по финансовой безопасности. Молодежь вовлечена в решение таких вопросов и способна предложить новые решения в этой сфере. Конечно, финансовая безопасность на сегодняшний момент является актуальной как для взрослых, так и для юридических лиц, для государства, так и для физического лица. И, конечно, студенты, которые приходят на площадку, а сейчас уже не только студенты, но и школьники, приходят на площадку финансовой безопасности, участвуют в конференции в данной, они являются такими провайдерами знаний, чтобы предупредить, выявить своевременно риски и предложить эффективные меры по их устранению. Очень важно сейчас, чтобы диалог между практикой, наукой, между теми, кто применяет право, теми, кто еще только учится, он существовал. И, конечно, то, что полностью один день форума отдан под научно-практическую студенческую конференцию, это очень хорошо. Молодые люди могут проявить себя. Ставьте амбициозные цели, мечтайте, и все возможно.